Добрый день, друзья! Сегодня у нас обзор цен на внедорожники. Сразу приношу извинения за качество съемки. Низкое осеннее солнце сильно мешает. А в этом году первая половина октября исключительно солнечная. Так что приходится снимать так, как есть. Начнем с BMW X5. 2007 года, 3 литра бензин, автомат, пробег 190 тысяч, цена 10 900. Volkswagen Touareg 2006 года, 3 литра дизель, автомат, пробег 207 тысяч, цена 5 400. BMW X3 2008 года, дизель 2 литра, автомат, пробег 163 тысячи, цена 7 250. Toyota Land Cruiser 98 года, 4.2 дизель, автомат, стоимость 9 500. Ford Kuga 2009 года, 2 литра дизель, механика, пробег 173 тысячи, цена 7 600. Hyundai Santa Fe 2007 год, дизель 2.2, автомат, пробег 205 тысяч, стоимость 6 200. Subaru Forester 2009 года, 2 литра дизель, механика, пробег 233 тысячи, цена 5 500. BMW X3 2011 года, из Германии, дизель 2 литра, механика, цена 12 500. Kia Sorento 2006 года, 2.5 дизель, автомат, цена
Цена 4600. Mercedes ML320 99 года, 3.2 бензин-газ, цена 2000 евро. Nissan Qashqai 2007 года, бензин 1.6, механика, пробег 249 тысяч, цена 5250. Еще Nissan Qashqai 2008 года, дизель 2 литра, механика, стоимость 5400. Opel Antara 2008 год, 3.2 бензин, автомат, пробег 111 тысяч, цена 6700. Subaru Forester 2001 года, 2 литра бензин, автомат, стоимость 1950 евро. Toyota RAV4 2007 года, дизель 2.2, механика, пробег 248 тысяч, цена 5400. Toyota Land Cruiser из Франции 2002 года, 3 литра дизель, механика, стоимость 6000 евро. Toyota RAV4 2005 года, 2 литра бензин, механика, пробег 230 тысяч, цена 4300. Ford Kuga из Германии, 2009 год, дизель 2 литра, механика,
Пробег 180 тысяч, цена 8500. Шевроле Каптива 2007 года, 2,4 бензин-газ, механика, пробег 252 тысячи, стоимость 4950. Honda CR-V 2010 года, 2,2 дизель, автомат, пробег 143 тысячи, цена 8850 евро. Toyota RAV4 2003 год, 1,8 бензин, механика, цена 3250. Chevrolet Captiva 2009 года, дизель 2 литра, автомат, пробег 195 тысяч, цена 5200. И Chevrolet Captiva 2008 года, также 2 литра дизель, автомат, пробег 180 тысяч, цена 4600. Сегодня мы на этом закончили. Смотрите нас, подписывайтесь. Если интересно, ставьте лайки. Всего вам доброго. Удачи!